Как добавлять новые треки, как удалять лишние, как включить скрытые функции треков. Я даже расскажу, как менять название треков. В общем, крутой ролик, смотри до конца. Чтобы добавить один трек, мы нажимаем на область крайней дорожки правой клавишей мыши и кликаем Add Track. Также в этом меню вы можете сразу удалить. Такие же принципы работают и с аудиодорожками. Если вы хотите добавить сразу много треков, кликаем на эту же область и нажимаем Add Tracks. В этой менюшке можно вручную задать, сколько видео треков и сколько аудио вам нужно. А теперь главный секрет. У треков есть дополнительные настройки. Кликнув два раза мышкой, трек раскрывается и появляются новые кнопки. Это кнопки по работе с кейфреймами, ключами. Для многих это будет удобным инструментом. А в аудио вы можете добавить еще одну кнопку. Это регулятор звука. Customize. И перетягиваем. На самом деле это то, что я использую больше всего. Чтобы скрыть все эти настройки, кликаем два раза по треку. Окей, мы посоздавали кучу дорожек, но они пустые и нам не нужны. Есть суперфункция, как очистить все дорожки. В этом же меню правой клавишей мыши на трек нажимаем, Delete Tracks, появляется меню и выбираем видео и аудио треки. Не бойтесь, эта функция удаляет только пустые треки. Теперь мы откатились к изначальному виду. Но подождите, не выключайтесь. Как я обещал в начале, переименовываем название треков. Кликаем два раза и в том же меню Rename. Можно подробно для себя или для коллег оформить проект. Подписывать, какой трек за что отвечает, где какая камера, какой звук. Очень полезная штука для больших проектов. А они обязательно у вас будут, если вы будете учиться новому и развиваться. Такой вот необычный урок про треки. Надеюсь, он был полезен. А ты подпишись и смотри мои ролики.